Ух ты. Вот что тут. Я не заметил даже. Понедельник, 20 марта. Трудовые резервы. Приближаемся к развязке. Женщины вступили в борьбу. Тут Рома, малыш, Андрей Устинов, Алексей и Анфиса. Вот у ее шарф лежит. В авангарде батюшка идет с Владимиром. И учителя. Взял, где-то лежит, искать долго ее. Да вот я и пришел, батюшка, снять, как вы работаете. Здорово работаете, батюшка. Вот так. 500 кубометров, говорите, снегу? Да, 500 где-то с лишним даже кубометров. Это сколько килограмм? Ну, не знаю, свесить надо, сколько. Один кубометр снега. Кубометры. Сколько весит кубометр снега? Не знаю. 700 килограмм точно. 700, наверное. 700 примерно, да? На 500 умножить, это 35 тысяч килограмм, что ли? 700 на 500, если умножить, то 35 тысяч получается. 35... 100 тонн, в общем. 100 тонн снегу выкидали. Сейчас мы закончим, 100 тонн это точно будет. Ну, а вроде бы весь этот снег, сколько есть, в одну бы гору, и на лыжи бы прокатиться с этой горы. Да. Это будет силы потом. Это Игнат Тихонович может сделать только, но его здесь нету. Надо посмотреть, куда нам дальше пойдем-то. Тут далеко еще идти отсюда? Лопату возьми, закупай, посмотри. Надо посмотреть. Это... Ну тут немного осталось еще. Вот где-то здесь надо пройти будет, туда пониже, пониже. Ну, уже не так глубоко надо будет. Да. О дне же том никто не знает, когда закончим. Только мой отец небесный. Вот у барабаша узнаю. Вот так. Вот как старательно все делается. Вчера, говорю, четверг Василиса была, сегодня Анфиса, все были. Ничего. Вернемся сюда, где мы с Игорем в паре работаем. Все, я возвращаюсь в строй, долго не было меня. 3 минуты, почти даже больше.